Че, погнали. Давай. Погнали. Смотри, он, блядь, я испугался, что у него машина была черной покрашена. Илюшка. Я отпугался, что у Никиты машина была в черный покрашена. А тут прыгать не надо было. Ебать, да он все равно первый. Ай, лохан. Я вообще не знаю, где его ебал. Даже который невозможно ебал. Первый едет. Он придрочился уже. Стой, сука! Стрелять буду. На дыру, почему надо стрелять? Вообще было пиздато, игра. Блять, я врезался в этот улей, ебаный. Никита, блядь, Никита охуенно катается, пытается. Ох, блин, ты шо, меня вверх зацепило. Блядство. Лохан. А, нет, я не могу еще выбраться оттуда. Блядь. Кто-то первый едет. А это кто? Никита. Нет, это я. Ну, блядь, меня очень, я лоханулся на том моменте. Короче. Делать. Катаемся. Хочешь с нами? Телефончик. Зачем я качаю? А я уже дома с компом. Да? Бля, ты быстро. Ну, мы его попробуем. Ты что, не слышал, как она заходила в подъезд? Нет. Я слышал прям пук-пук. Блядь, ты серьезно? Мы сейчас пойдем в ПВ с тобой. Да, Илюшка? Да. Илюшка. У меня горит, конечно, пиздец. Да, но мы его потушим. Кто-то аниме смотрит? Нет, это Дани Творл вообще-то. Чё? Дай. А, я просто плачу сейчас. Слушай, а что ты знал, что кто-то аниме смотрит? Ну, музыка у меня играет. Ну, музычка такая, детская. Блять, а мою не слышно, что ли? Нет, твою не слышно. В смысле, блядь? Я поэтому себе включу музыку. Прикиньте, посылка ожидает меня уже на почте, но почта закрыта. Ну правильно, выходной же. Ну правильно, нахуй ты навесил, блядь. Да не, пиздатая штука. Это же охуенно выглядит. И скорее всего, они только во вторник мне отдадут оповещение, и только в среду я где-нибудь заберу. Знаете? У меня тоже самое сейчас. Почта. Ладно, это диск. Чё, платы? Данил, сколько у тебя это? Лучшее? Да. Ну, блядь, надо доехать для начала. Почему фикус? Ой, это довольно интересная история. Однажды меня назвали фикусом, и я такой, хорошо, я буду фикусом. А почему фикусом? Ну, потому что я семя покрывное. Ближе, попонятнее вообще. Минута 50. Давай. Ну, минута 50, блядь. Минута 40. Ой, сколько? Сколько еще раз у тебя? 2.40. А это где посмотреть? Е, наш... А Е. Короче, смотри. Была такая подруга, называется Таня. Или Татьяна, не помню. Таня. А она такая, слышь, ну типа, какой у тебя любимый цветок? Я говорю, у меня большой фикус стоит. Она такая, все, ты будешь фикусом. Я говорю, ебать, я в топе, я 17-й в топе. Охуенно, блин. А там Friends Leaderboard можно посмотреть. Там написано кое-что. И чё, я почему-то 5 минут стоял? Бомж, потому что... Готовы? Да нет. Кто-то ест. Я кушаю. Ну, чё за карта, не знаю, это мы катали на ней уже с тобой. Да мы на всех катали. Нахуй прыгнул кто-то. Я. Мы не прыгали, кстати, Никита, ну, мы рядом. Что... А, не знаю, мне захотелось. Бля, это что, первая карта вообще? Нет.
Блять, я такой еду, вижу столб, и на него тупо навожусь, и думаю, блять, зачем я это сделал? Дебил, конечно. Ну, потом успел вернуться. А, да, первый момент, где прыжки надо было делать. Да, энд вот? Да. Я слышу голос Йоланди. Ну да. Йоланди и... Не знаю, я так свою музыку слышу. А, сорян, я думал, не слышу. Нет, это я через дырку в губе можно воздух засасывать. А-а-а, фига ты себе. Пиздец. Не знаю, у меня три раза, к примеру, было ухо пробито. Почему так много? Ну, потому что оно зарастало постоянно, я не носил. Почему оно заросло? Ну, блядь, долго не носил, не было нужды. Ну, обычно, потому что в шарахе заставляли снимать мне постоянно. У меня очень получилось было. Ну, а они вообще с какого? Они не имеют права тебя заставлять. Ну, понимаешь? Как бы, её это не ебёт. Ты так плюнул бы ей в лицо, и всё. Потому что плюнул ей в лицо, ты там больше учиться не будешь. Просто я на первом месте из вас, короче, нашел. Опа. Молодец. А тебя начнут выгонять, ты тоже к директору, так скажешь. Скур. Мертвых Найк. Не, понимаешь, просто? Даже если ты придешь к директору и скажешь ему что-то, он скажет, ну, блядь, вот смотри, что мне выгнать учителя, который работает на 30 лет с безупречным стажем, или, блядь, ученика, который хуи пинает? Мне и Джейм написал. Ну да. Ва. Что, написал? Илюх написал. Ебать! Что? Тут помимо голды есть Даймонд. Я на Даймонд эту карту сейчас прошел. Песня вот такая в Янглине. Нихуя себе я топчик, да? Смайт качай пока, кстати. Мне нравится Аглипой песня. Слышишь, Настя? Да слышу я тебя, я еще АПП не скачала. Че ты, блядь, дрочишь? Сейчас АПП скачаем. Все скачаем! А, ну я скачаю. А, нет, 91. Ебать, просто прямой нахуй. Я думаю, там трамплин есть, я еще притормозил, молясь. Вот это, кстати, по-моему, первая атака. Да-да-да. Да нет. Это первая. Начните стрим. Мне кажется, людям будет интересно смотреть, какой стрим. Да. У нас мы часто стримим, но у нас никто не смотрит. Да. Вот пидорас. АПБ постоянно стримим. Да. Вот видео не стримит видео. Это все стримы наши. Просто он, ну, конвертировал. Да. Я проебал, пиздец, столько раз тут. Проебал, обидно. А ехал первым. Ты не ехал первым. Я ебашил первый там. Я ехал раз... первым, у меня сейчас Никита обогнал. Я до этого, блядь, до того, как ранее у меня, блядь, единичка была. Я видел, второй как... ебашил. Ты потом за мной, сука, был. Я видел, как когда приземлился. Потом я второй раз, вы меня сразу же обогнали. Как детский бластер звук. Может, это коверка звук. Здесь Данила еще едет, прикинь. Здесь как я говорю, я там затормозил просто, пиздец. Опять на Даймонд прошел. Ты, кстати, это, Настя, смотрела Робот Чаппи? No. Посмотри, офигенный фильм. Там, кстати, Йоланди и Ниндзя снимали. Я знаю. Бомбей, Тусин, Бакарти, даже не знаю, что у вас брать.
Это сук тоже не знает, что он происходит. Илюшки, плейлист включил? Не, не хватит. Я снимаю с нее платье. Ну, хватаем. Ну, я что-то проебался, только что на трассе. А я там тоже проебал. Ну, я не могу понять, как у меня получается сейчас. Там можно не прыгать, на самом деле. Кис кровком я морски. Блять, КС зависла. Что происходит? Надо лететь. Да блять, что все пишут? Ну ты говоришь, нет друзей, он все видишь, все нет, пишут. Ну потому что я захожу в КС и все сразу гоем. А в другое время всем насрать на меня. Медитации. Советы не в кассу. А цинизм. Лекарства. Малышка, разве что тебе треба поебаться? Чё я смотрю? Ай, райфку. У тебя кружка забита. Слушай, ты прям... Что с тобой делал? Почему вы не найдете себе девушку и не живете нормальной жизнью? Ну, у нас нормальная жизнь. Ну, в смысле, давай так, социальная жизнь. У меня нормальная социальная жизнь, я... Социальная? Да, социальная. Да не специальная, а социальная. Ну да, социальная. Я тебя слышу прекрасно. Смотри, я беру такое и говорю, бля, го хотя бы где-то, пойдем хоть погуляем, может, девушек все равно. Да не, го на хате бухать, ну, блядь, ну, го. Знаю, я забил на нее. Чего? Долгая история, очень долгая. У меня подругу вчера бросил парень, потому что она слишком много играет в доту. Сказал. Блядь. Да, я такой, ну, блядь, что-то надоело. Пиздец, блядь. Данил, ты закончил? Да. Никита, ты типа одинокий? Или ты не одинокий? Я не хочу. Ну, я не хочу. Ну, по голосу видно. Сущие мияки, там, блять, знаком песни, я не могу слова. Можно. Ну, на рельс. Чтоб найти девушку, нужно. Нужно разговаривать с людьми. Не, вот, да. Песня. Нужно выходить из дома. Это сложно. Бля. Сложно на туре. Знаешь, если она сюда придет такая, сядет, посидит пару часиков и убежит. Можно тебе поговорить даже. Заебись. Можешь ей провязать, если не случай. На туре. Она точно не бежит. Ну, короче. Ну, знаешь, мне кажется, это плохое впечатление будет первое. Да не, тебе так кажется. Некоторые любят пожестче. Понимаешь, некоторые любят, но некоторые могут не понять этого. Ебать! Да, куда? Ебать, ты куда улетел, Илья? Что, блядь? Ты где? Я просто увидел, как ты улетел. Ты видел это? Да. Я-то астмой не болеешь? Астмой? Пиздец. Это меня, короче, вот эта хуйня выбила просто. Сука, ты можешь ответить, блядь? Что именно? Илья. А? Ты астмой не болеешь? Нет, а что? А ты когда с меня начинаешь, у тебя хрип. На хрип переходит. Наверное, перекурил. А-а-а. Он курит. Он курит гадкий табак. А-а-а. Чё а-а-а? Это слишком дорого. Значит, на денег, ой, денег у вас нету, а денег на сигареты у вас есть. Лайк! Курить дорого! Вот, блядь! Наконец-то кто-то с моей идеологией согласен.
Ну это реально, там пачка нормальных стоит сотку, блядь. Не знаю, блядь, я... пачки не купил, блядь, шараги я у одногруппников стреляю, дома у родаков. И заебись ты вообще живешь, смотрю. Да. В смысле, в родаков стреляешь? А? В смысле, у родаков стреляешь? Они тебя за это не пиздят? Пиздят, больно. Да? Тебя пиздят? Конечно. Ну да, ну я как бы, мне отвращение к сигаретам, но даже если так бы я мамкину бы даже не курил. Я пижу. Ну мне нравится, когда парень курит. Чего потому что, нравится? Когда парень курит, это сексуально, когда он там дым выдыхает. Так. Фу, блядь, не знаю, ну можно кальянчик покурить, но ну, не табак. Так, ну дым это сексуально. Че ты, блядь, смеешь? Тебе слово сексуально смешно? Нет. У тебя пубертатный период, когда ты такими словами? Блядь! Чего, блядь? А сколько ты умный человек, ты даже такие слова знаешь? Я вот не понял. Охуенно просто. Вот я реально, ну, думал, сейчас правильно скажешь или нет? Я не понял вообще, что она сказала. Ну, блядь! Подрастешь, поймешь. Ой, блядь! Сука, кикните её. Сука. А чё я первый? Бомбит. Потому что я взорвался прям перед финишем. Лохан! А я карту не знаю, я там проебался. Ребята, если вам это о чем-нибудь скажет, ну чувака, тут Dragon Lore. О, беда там. Он сейчас 1120 стоит. Спиздить бы его. О, блядь, я ж онемело все внизу. Блядь. Ну серьезно? Чего, да? Сам понял, ну трейди, пишешь. Вот, это вот, понимаешь, человек, вот знаешь, как это прикинь. Я беру и перекидываю твой инвентарь, Dragon Lord, и все сразу, да? Прелюдия началась. Это зашквар, блядь, знаешь? У меня одногруппник был Dragon Lord, он продал куда смотик. Пиздец. Стопово. Я бы тебе тоже не маху купил бы. Карта, что за карта? Что говоришь? Карта уебанская. Тут новая операция, некоторые карты такие зашкварные. Я вообще не особо ориентируюсь. Пиздец. А зачем ты играешь на операциях? Это ж хуйня полнейшая. А, ну потому что я хочу себе золотой значок, но у меня, конечно, уже есть медалька золотая. У меня там тоже есть какая-то медалька золотая. Мне ее хватает. Я только что минус 4 сделал. Оп, чё, походу. Ну я относительно хорошо играю. Понял. Ебать, у меня просто перец сорвало машины. Голос. Ебать, я тоже улетел, бля. Ой, мне дали MVP. Только я выжил. На трассу. Total Domination. Боже, свой мысль. Милк был самым точным. Его меткость равна 50%. Что-то никто не хлопает мне, суки. Мне написали кучу вахтов. Мар. Как же я охуел? Голос знакомый. Тихо. Делайте погромче песню, кого сейчас песня играет. Это у меня играет. Чё там поётся? Да нет, не этот зашкварный аниме, а что-то другое там играет. В смысле? Ну, без обид. Музыка больше не играет. А, это этот... Прэти, блядь, как это долбоёб. Хуй знает, блядь! Прэти, резко... Я три раза в портал не попал. Я не понимаю, как этот момент. Слышите? Какой именно? Ну где там очень низкая трасса? Там сейчас... надо прыгать вроде. Ну блять, охуеть. Сейчас я просто не вижу этот момент. Там много где низкая трасса. Что, узнала? Да, да, я же сказала. Блять. Найс, просто найс. Чувак с АВП два раза меня попал. Долбоёб. Пиздец, мой мужик. Дурак, кто не зажимает? Опять мне больше точности, больше количества пистолет. Кто там пишет? Ты уже прошел или? Нет. Я въебался с тобой еще раз. Где я? Говорите со мной. О чем ты хочешь поговорить? О чем ты можешь говорить? А ты знаешь, как из Варкрафта? Гоблин, поговори со мной.
Нет, нет, но я не играл. Ну, я и так играл, поверхность. Мне блядь. Ну, давайте, говорите. Ну, ты знаешь, есть такой, короче, Trollland. Вот чувачок, он делает фанилоки мамы по Хэдстоуну. Посмотри его, у него очень смешные моментики, там, ну просто реально очень смешные. Но если разбирать механики игры, это будет смешно. Ай, блядь, за скорострелки бьют. Чувак, ну хоть вверх чекай, блядь, дал. Блядь, третий у меня побегает, никто не чекает меня. Просто, блядь. О. Ты всех убила или пропустила? Да, мимо. Ой, убила, конечно. Я иногда делал так. Заебись, флэш, долбоёб. Блядь, топчик. Где ты летишь, злости? Я? А, вот, где-то в самом начале. А, нет, вот так. У меня 13 патронов, ребят. Блядь, Никита, блядь. Никит, блядь, ты пол машины потерял там. Похоже, да, ещё больше. Блядь! Я дала минус 5. Что? А бабу не перестрелял, мне патронов не хватило. У меня всё 13. Так ты ж минус 5 дала. Ну и что, последнюю-то я не забрала. Сколько я помню, мемчики идут 5 на 5. Это не мемчик, это обычный. А-а-а, сейчас на мемчика делать нечего. Надо калиброваться. Да, тоже надо калиброваться. На фейс. Нормально? Да. Да, а тебя это. Вот. Ты чувствуешь, это как бы неправильно то, что, к примеру, ни в одной профессиональной команде нету девушки. Ну, потому что парням с бафой, допустим, если смешанные команды, это как-то неправильно. Это могут быть довольно-таки большие разногласия, а женских команд полно. Допустим, команда порно. Отличная команда же. Русская, между прочим. Да. Недавно смотрелка не играют. Отличная баба тащит. Сука, меня теперь пишут в комментах. Ой, в комментах. Чувак пишет в ЛС, что он смотрит, как я играю, заебись реакция. Блять, ты можешь? Чего-чего? А. Минус один. Минус второй. Я не дооцениваешь, ёбан. Пошли нахуй, уроды, блядь. До свидания, Миннесота. Блядь, Дина! Ёбаная! Никита, я тебя ненавижу! Едь сюда и дай я тебя обгоню. По закону. Догони меня сам. По закону, верни моё. Молодец. Блядь, я втроня, сука, блядь, видит. Смотри, ты, блядь. Ребят, ну так громко. Это пиздец плохо. А что именно? Музыка или что это? Ты Данила, значит. Меня? Чего, Домина? У меня сказали, по идее. Что там у тебя пищит, сука? Ну просто я вообще даже шаги ничего не слышал. А сейчас я сделаю, подожди, потише. Доеду до финиша так как? Пиздец, у меня музыка громко очень, но, блядь, я нахуй слышу все. Блядь, Никит, я просто уже видел, мне кажется, у тебя какой-то дичь творится. Вот еще рэпчик играет. Ну это не рэп. Не, почему это рэпчик? Это французский рэп. Я русский слова. А, нет. Я думал русский слова, поэтому я сказал рэпчик. Типа, если русская песня, то рэпчик. Ну, я слышу, как, то есть, ну, не поют, это ничего не делают, просто говорят текст. Следующий, это рэпчик. Чувак, это рэпчик. Рэпчанский. Да, вот, надо. Качай Смита, качай.
сука, отстань! А чё от тебя отстать? В смысле, чё мне отстать? А зачем от тебя отставать? Ты же смайт сначала. Смотри. А ты скачай смайт. Все говорят, отстань, ты скачай. Да, блядь, это ты хуйню ещё, я в 9 классе сменялась. Ну да, это пизда. Вот знаешь, просто мы не знаем, там, что это древнее шуток. Хотя... Древнее шуток, покажи палец. Да, этот палец... Смешной палец, а если пошевелится, червячок. Бля, я никогда над этим не смеялась, я даже скажу, я никогда это не понимала. Типа, знаешь, а ты смеялась над шуткой лопата? Нет. Бля, где лопата? Я тебя спрашиваю, где лопата? Я понимаю. Старый, а есть новая лопата? Есть старая лопата, где просто да говорят... Знаю. Давай, это, когда я говорю слово лопата, ты будешь смеяться. Да знаю. И у меня лопата. Как бы был друг, который ну, пиздец как бы как смеялся, когда слышал лопата. А чё смешно? Ну давай говори. Ну я не знаю, у него просто проблемы были. Друг смеялся. Ну говори. Лопата. Чё? Ну не знаю, блядь, ну кому-то это смешно, понимаешь? Лопата. Лопата. Шуточка, да? Мне шуточка. Залетело. Я думаю, смешно от того, что, блядь, не знаю. Но ему, ну, как бы, ему было не смешно не от того, что тупая шутка, а смешно от того, что это смешная шутка. Нет. Мне, если будет смешно от этого, то только... Чувак, ты того... долбоёб, понимаешь это? Я? Нет. Нет, он, блядь, там общается. Ещё раз ты уйдёшь, блин, репорт. Всё. Как приговор. Да я ничего объяснять этот дебил. И в обществе ГБНов работать. Репортики выписывать всем. И бончики, вакбанчики. Ёбаный рот! С удовольствием вакбанов пишу. Блять. Не нравишься, знаете, вакбан. О, нормальная логика. Зашел в КС на вакбан тебе. Да. Не играешь на вакбан. Играешь да? На вакбан. Вообще, посмотрел в КС на вакбан. Да. Подумал о КС на вакбан. Так да. И есть, ребят. Подумал не о КС, на вакбан. В натуре. Там ты уже доехал? Нет, а ты? Да. Там же напис. Я, блядь, думаю, что туда смотрю. А, ну я, блядь, рядом, как обычно. Шатсу там напис. Окончились. Я трамплин пропустил. Вся земля вообще дышит. Вообще бомж. Блядь, да... Блять, еще раз он напишет, я репортом тоже. Чувак, блядь, играет с калаш у него первый, он меня учит, как играть. Блять. Ну так а хули ты не умеешь играть? В натуре. Да. Шо, блядь? Охуел. Сидишь, блядь, тебе человек объясняет, как играть, а ты его не слушаешь. Да на. Чувак, сам как бы, если позадрочу недельку в КС-ку, я буду опять так же играть. Мне лень. Ну это да, это КС-ка все-таки, она неинтересная. КС не самая топчая. А ПБ? Ты по ПБ не знаешь, серьезно, я тоже думал КС пиздата, а ПБ хуйня. Я группу раз с детства играю еще с 1.6, так что для меня ну, это... Блять, мы тоже первый... играем с 1.6. Мы еще тогда, мы еще то поколение, которое играло в 1.6, и дохуя играло в 1.6. И в Сурс играло. Сурсник. Сколько у тебя был, кстати, у меня? Да. Ну, где-то, ну, 1002. Ну, это не первый аккаунт у меня в подпланах. С детства. За то, что я кутила с этими... Слышишь? Как их там? С трейдами кутила. Ты вообще, что ли, на улицу не выходишь? Пошу. Ну, блядь, ну столько ебошить, у меня... Нет, я думал, я задрот, потому что я тоже почти не выхожу. Но, блядь... Ты как будто, знаешь, спишь, что... Такое ощущение, что я какой-то... Какая-то соца, блядь. Хикикомори. Ну, в натуре, друзей нет, гулять нет. Что еще делать, как не играть? Ну, блядь. Сериальчики смотреть. Я и сериальчики, я все успеваю. И языки учить Ходячих успеваю, смотри, и учиться успеваю. Ходячих иди смотри. Да. А хуя теряешь, пиздец? Слышишь, много. Я, к примеру, смотрел Fairy Tail, там 256 серий. Вот тебе сейчас как раз таки смотреть Ходячих, а потом хуяка 7-й сезон подойдет уже. Я посмотрю, что. Я Шерлока жду.
Ну вот, пока ждешь Шерлока. Вот пока ждешь, хуяк. Ходячий. А не кто-то Шерлока смотрит? Я смотрю. Чувак, ты просто... Ой, извини, я не вам. Чувак, ты долбоёб. Ты не попал меня три раза с авапой, но при этом я тебя забрала с юспа. Ты вообще, может, выйдешь? Окей. Что-то факап. А, окей, мэн. Ой, какой запах классный. Сейчас, вот именно сейчас там охуенная погода. Сейчас да. Потемнело уже. Да. Еще вот, вот это вот. Как бы еще прям такое лето серединка где-то вообще. Я чувствую еще вот запах шашлыков и вот этот запах углей. Это просто адская смесь. Ебать. Шашлычки. Это на серебряке, на это черт. Кто отец? Точно не ты, пас. Бля, ебать, я открыл окно, у меня в футболке, блядь, тепло. Насколько кстати, окошко там... надо открыть, а то у меня, блядь, тут... Как мамка сказала, у меня везет подтянуть. Бля! Чувак, за что? Ну ты серьезно? Ага! Брось это оружие! Я тебе репорт. Да ладно. Саны, было легко. Я пошел, если что. Угу. Меня убили. Я только один минус сделал. Ха-х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 а-
Просто грустно. Все будет хорошо. Не будет хорошо. Все будет хорошо. Честно. Почему чувак кое-как стреляет, и он сделал минус 3? Ты что, плачешь? Нет, я не плачу. Ну, я, кстати, в ММХ иногда плачу. В смысле, серьезно? Ну, в смысле, когда мы проигрываем, я могу всплакнуть, скажем так. Серьезно? Так? Ну, так вот. Стартуй. Так можно, объясни, пожалуйста. Ну, ебать, проебываешь ММ, когда тащил весь бой. А два типа дауны. Да, именно так и происходит. Я просто сижу уже, спасибо всем, я буду плакать и выбрасывать оружие. Пиздец. Ну, все мы не без грешка. Ну почему он не прыгал там дальше, заебал, что тупая? Честно, это уже не смешно даже. Ёбаный сапор, постоянно. Поехали. О, классно, песня играет. А? Песня. О, поешь. Просто я сейчас не наиграл. Мид, мид. Заезжаю и все, я не могу больше них. Бо новую версию скачаем. Окей. А что там? Найдешь ее, Бо? Клип на эту песню класс. На эту? Да, особенно где она сыт на лестнице. А, ну это прикольно. Ну просто это тоже смешно. А что там новую версию? Хотя бы рогов не будет. Ну, тигр, рог и нос не будет ебаного, который бесит меня очень просто дико. Рога, блядь! Рога и нос. Что такое рога и нос? Ну, рога, нос.
Чего вы про что? Ты не видишь? Ну машина вешает крошки и ноты. Новогоднее обновление. Это после с Нового года обнова. Она меня бессирует. Я вообще не обновляю. Бессирует? Да, бессирует. Есть такое слово. Это как бесит, но бессирует. Самого придумал? Нет. Просто кто-то говорил так, а мне понравилось, и я так начал говорить. Саша так говорила. Да? Да. Там многие от неё слова начал брать. И ты от... Кто-то у пацана голос как у Юлани. Кого? Да, не знаю, какой-то школьник разговаривает. Ебать, ну у Юланди он писклявый довольно у неё. Ну вот и пацана такой же. Пиздец. Знаешь, у неё прям голос не так уж и погонь. Да вообще у Юланди мало что достойность, так только музыка. Так она поебала, она вообще стрёмная. Нет. Да ну серьёзно. Ну, по крайней мере, как сейчас, но вот в некоторых клипах там просто пиздец. Да не, ну симпатяшка. Ну, не везде. Везде. Не рассказывай. Просто пойду. Данил, иди ищи, если найдёшь, я пойду. О, мы остались 2 в 3. Давай тащи. В МРК сейчас или что? Не-не. Не впадло ему катать. А, спасибо за дым, пацаны. Ебать, ты меня напугал, чё-то. По-моему, потеть надо. Да, потеть лень. А на паблик зашёл, так надо похуй. Ай, господи! Блядь, нет, мой сценарий упал! Надо узнать, кстати, на когда мне его надо. Надо же доделать, я его так не доделал до конца. Пойду гляну, завтра надо. Блять, ну так охуенно шел, сука. Ну блять. Не надо. Ебался, я его подготовил все-таки. Это дети ебаные. Давайте рестарт. Чего? Я, блять, очень хуёво иду. И что? А мы не рестартимся, когда мы так. Вот я ни разу не простил рестарт, когда у меня такое было. Ну чего еще будем прощали мне что-то. Вот я тоже бессиру использую слово. Он тебя ёбнет, отвечаю. Смотри. Я наоборот, что он так мило сказала. Иди, это на тебя бесит? Когда вот так он говорит. Что это, блядь? Сломанная дорога, типа, блядь? Не, я хочу туда. Блин, что делать? Ну, Илюш, что делать? Чай. Надо узнать насчет завтра, бомбы. А потом еще раз это же так. Я забыл, что летать нельзя. Все, я не хочу играть, пацаны. Подожди, пока Никита дойдет и не играй. Ой. Ай, шея чешется! А! Читал! Еду! А чё, я был уже финишировали? Да не лучше. Да? Уже вдвоём ехали.
Мы же давно финишировали, да? Я тогда выхожу. Тоже. Сейчас музыка кончилась. Ой, я даже не знаю, что делать сейчас. Дрочи. Бля, это клиент. Тогда не знаю. Что, будем новую версию искать? Ну, на новую версию искать.